Привет, друзья! Сегодня будет интересное видео. Я вам покажу все новинки фитнес-индустрии, именно связанных с тренажерным залом. Покажу те новинки, которые действительно будут полезны и интересны, которые должны быть в вашем зале. Они сильно упростят вам работу с определенными вещами. Вы сами увидите и убедитесь. Мы сегодня в Орландо, штат Флорида. Это самая большая выставка в Америке, а возможно и в мире, всего, что связано с силовыми видами спорта и не только. Как бы я ни хаял фитнес-бизнес-индустрию, все-таки нужно сказать, иногда она подкидывает нам отличные решения. Сегодня я поделюсь с вами именно такими новинками, ноу-хау, которые я рекомендую использовать, сам буду использовать и буду применять в своих новых тренажерных залах. Вы знаете, что технологии развиваются, но мы не будем с вами говорить о разных цветах тренажеров, о разных профилях металлических. Мы поговорим конкретно о новинках, которые имеют место быть и которые должны быть в зале. Я на этой выставке открыл для себя пару очень интересных моментов. Вы все прекрасно знаете о пользе выпрыгиваний. Начнем с того, что это отличное гормоновыбрасывающее упражнение, а также это очень хорошо для взрывной силы ног. Будет полезно всем, кто работает на силу, приседает. Также это полезно делать просто, чтобы наши мышцы не закрепощались. Но все мы знаем, что иногда, особенно девчонки, боятся прыгать, да и сам я иногда ударялся ногами. Вот новинка. Полностью резиновый бокс. Да, такая коробка, которая теперь не повредит вашим ногам, даже если вы будете соскальзывать, если будете удаляться голеностопом. Мягкая, полностью комфортная. Вы можете смело выполнять упражнения запрыгивания, не боясь травмироваться, получить какую-то серьезную травму или ушиб. Но это вы все знаете из моих видео. Самый нужный тренажер в спортзале – гиперэкстензия. Конечно, выпрыгивания для всех имеют разный уровень, поэтому лучше иметь 2-3 таких бокса, чтобы регулировать высоту ваших прыжков. Пользуйтесь, заказывайте такие резиновые боксы, и будет вам счастье. Наконец-то и фирма True представила что-то интересное, за которое привлекло мое внимание. Отличные пару тренажеров. Этот вот для ягодичных мышц, типа как бы выпады такие назад, жим ногой назад. А этот тренажерчик, как вы видите, функционально задействует все мышцы. Работают ноги, спина, дельты, трицепсы. Когда вы жмете от себя, естественно, работают все мышцы, которые участвуют при жимах. Также работает поясница, мышцы пресса. Очень хороший тренажер, я думаю, многим он придется по нраву, по вкусу и включат его в свои тренировки. Естественно, если хозяева ваших залов приобретут подобное оборудование. Я почувствовал отличную проработку всего тела, мне это очень понравилось, как многие называют сейчас функциональный тренинг. Этот тренажер именно для вас. Вот такая новинка, ноу-хау. То ли гиря, то ли гантеля. Можно просовывать руку между вот этими двумя валиками и использовать их как гантели, как гири. Также отличную штучку придумали для походки фермера. Вы теперь не будете отбивать себе ноги, когда будете выполнять данное упражнение. Еще мне очень понравилась линейка фирмы Host. Отличная, отличная линейка. Я нигде так не чувствовал работу бицепса,
как в данном тренажере. В этой линейке я выделю три тренажера. Первый, вот, который вы видите сейчас на экранах, бицепс. Нагрузка бьет четко в бицепс. Также мне понравился грудной тренажер, и чуть позже вы увидите жим ногами, но он копирует приседания. Отличный тренажер. Также хорошо прорабатываются трицепсы и грудные мышцы в данном тренажере. Не знаю, насколько эффективно подкручивание корпуса, но это создает определенный шарм, определенное ощущение, но чувство работающей мышцы очень-очень прекрасное. Также неплохо я прочувствовал широчайшие в данной тяге. А вы знаете, что тягу нужно делать именно к низу, к тазу, а не к грудным мышцам или просто назад. Этот тренажер позволяет опускать руки вниз. Отличный тренажер. Дельты. Дельты также неплохо прорабатываются. И что мне здесь понравилось, то что благодаря как раз таки наклонам корпуса вы всегда находитесь в одной линии. Руки и корпус, как при подтягиваниях. И нагрузка, естественно, целевая на дельтоиды. А вот грудной тренажер, о котором я вам говорил. Как только я его попробовал, как только начал сжать, сразу же прочувствовал, как нагрузка бьет в грудные мышцы. Очень качественный тренажер. Качественный именно с точки зрения кинезиологии движений, биомеханики. Выверено все на 1001%. Неплохой тренажер и очень интересный гак-приседы. Когда вы держите вес в руках и выполняете подобным образом гак-приседания. Также можно разворачиваться и делать что-то наподобие становой тяги или румынской тяги. Но вот тренажер, о котором я действительно говорил и который будет полезен тем, у кого проблемы со спиной. Это, не знаю, называется жим ногами у них, но когда я попробовал, прочувствовал упражнение как при приседаниях, причем нагрузку конкретно именно в квадрицепсах. Не в бицепсах бедер, не в ягодичных мышцах, а в квадрицепсе. Шикарнейший станок, я обязательно приобрету себе такой в тренажерный зал, что настоятельно рекомендую сделать всем. Представляете, работаете с огромными весами, при этом никакой вертикальной нагрузки на позвоночник. Элейка, куда же без элейка, естественно, без наших ребят. Мы там встретили, тяжелоатлеты оказались нашими. Но что мне понравилось, что Элейка теперь выпускает и гантели. Настолько же качественные, как и вся их продукция со штангами и с блинами для штанг. Обратите на это тоже особое внимание, мне понравилось. Гантели должны быть хорошие, должны быть в каждом зале. Развеска должна быть от минимальных до максимальных. Про блины, про качество говорить не буду, вы все прекрасно знаете, что такое бренд Элейка. А вот порадовало Рогуе, изобрело что-то наподобие, опять-таки, между гантелей и гирей. Видите, ручка внутри, кувшина, горшка. Можно работать и при этом не испытывать такую нагрузку на кисть, как если бы вы работали с гирей. Но, тем не менее, работа ощущается. Следующая новинка поразила меня. И я удивился, почему этого раньше не придумали. Вы все прекрасно знаете, как качественно влияет на общую функциональную силу, выносливость, работа именно с покрышкой, с тяжелой покрышкой. Но для большинства залов, особенно в России, это недоступно. Мало кто может позволить себе место, чтобы можно было именно внутри тренажерного зала переворачивать эту покрышку. И мало у кого есть возможность держать такие покрышки на заднем дворе. Мы у себя в зале держим три покрышки на заднем дворе. Наши люди, кто хочет, выходят и работают с ними. Стронгмены, кроссфитеры или просто желающие покидать покрышку или постучать по ней молотом. Но сейчас вы увидите, насколько ребята придумали офигительную фишку. Меня это поразило. Я обязательно приобрету такой тренажер
к себе в зал. Почему тренажер? Сейчас увидите. Совершенно случайно, уже практически уходя с выставки, я набрел в закуток, где было вот такое приспособление. Посмотрите, отличная идея. Обрезали покрышку пополам, посадили на каркас металлический. При этом вам достаточно иметь одну покрышку, потому что вы можете внутри добавлять ее блинами, усиливая тем самым ее вес от минимального до максимального. Опять-таки, вам достаточно иметь всего одно такое колесо, одну полупокрышку. Прекрасное упражнение, руки не пачкаются, все чисто, аккуратно и в зале занимает немного места. Причем выглядит очень брутально и понравится работать как парням, так и девчонкам. Компактно и 10 с плюсом за такую идею. Я думаю, большинство из вас, как и я, не видели и впервые увидели, услышали вообще о таком приспособлении. А вот еще фроги. Понравились мне очень эти штуки. В тренажерном зале их тоже мало кто сможет держать. Но отлично прорабатывают тело, причем сразу все и за раз. Я не скажу, что они подойдут хорошо для тех, кто хочет наращивать массу. Но для каких-нибудь веселых стартов, соревнований, проводимых вашим залом, или если ваш зал довольно большой, то советую обратить на это внимание. Довольно-таки интересные приспособы, тоже включающие в работу сразу все мышечные группы и требующие определенной степени координации движений. А вы знаете прекрасно, что работая на тренажерах, и если вы не работаете со свободными весами, то координация в вашем теле нарушается. Кто не знает, советую изучить мои статьи и видео, я не раз об этом говорю. Выглядит, может быть, нелепо, но когда 2-3 человека одновременно на расстояние, на время пытаются преодолеть подобным способом дистанцию, это выглядит довольно-таки интересно, под веселую музыку, как соревнование, как привлечение новых клиентов в зал, да и просто разнообразие ваших тренировок. Также такой тренажер можно приобрести просто себе домой, заниматься в гараже или если у вас комната позволяет. Он собирается, он компактен, вы можете с ним работать так, как вы видите сейчас. А также он отсоединяется очень легко и можно жать сидя, можно жать лежа. В качестве отягощений используются резиновые жгуты, которые идут в наборе. В наборе имеются и такие вот блокеры, чтобы вы не ездили, а оставались на месте. Тренажер стоит около $1000. Да, не дешево, но я думаю, все понимают прекрасно почему. Потому что такой найти крайне где-то будет сложно. Хотя умельцы, я уверен, изготовят его себе буквально за 1000 рублей из подручных средств, которые можно купить в любом спортивном магазине. Неплохо прорабатывает мышцы. Интересная нагрузка. Такая нагрузка всегда полезна, я всегда ее приветствую, потому что телу нужно разнообразие. Для координации движений нужны сложно-координационные движения. Мне понравилась твердая пятерка по 5-бальной системе. Бывают и такие названия. Привлекли наше внимание, но в Америке эти словосочетания имеют положительный эффект, положительное значение и воспринимаются, если говорить на русском, как круто, как крутой парень, как что-то действительно достойное. Вот интересная штука. Ну, все вы ее прекрасно знаете, уже используете, но ребята придумали сразу же использовать 3 варианта хвата, 3 варианта ручек. Понимаете, для кого это будет полезно, понимаете вообще, для каких это целей. Естественно, чем толще ручка, тем тяжелее ее удерживать. Вы можете работать над хватом, можете работать как в становой тяге. А вот на что следует обратить любителям бега. Вы все прекрасно знаете, что я против бега, особенно по беговой дорожке. И меня удивляет, когда другие люди советуют бегать людям, особенно с избыточным весом. Ничего, кроме проблем с коленями и даже
возможно, межпозвоночными грыжами в поясничном отделе позвоночника это не приведет. Посмотрите на данный тренажер. Тренажер полностью исключает ударную нагрузку, хотя копирует бег идеально. Ребята, производители молодцы, уже давно я слежу за этой фирмой, они выпускают отличное кардиооборудование. А вот я еще набрел на такую интересную штуку. Я не скалолаз, не альпинист, но мне тоже было бы интересно иногда пользоваться ей, особенно в тренажерном зале, она будет полезна и компактна. Стоит она, правда, 10 тысяч долларов, но вы поймете почему. Во-первых, она перемещается, вы можете имитировать подъем, причем любой сложности. И лестница не двигается, пока вы не поднимете ногу с опоры. Настолько продуман механизм, что вам не стоит беспокоиться о каких-либо движениях, что нужно следить за ними. Также вы можете изменять угол наклона вплоть до горизонтального. Я рисковать не стал, естественно, как вы понимаете. Вообще в мире мало людей, способных передвигаться вниз головой. Но мне очень понравился тренажер, хотя стоит отметить, что 10 тысяч долларов все-таки, наверное, это дорого, и мало кто из тренажерных залов может себе позволить такое и поставить такую систему. Уходя, я набрел на новую фирму, о которой я никогда не слышал, фирма Prime. Меня колоссально и, наверное, больше всего поразила их продукция. Почему? Сейчас я вам расскажу. И я удивлен, что за всю историю бодибилдинга и изобретения тренажеров этого не было раньше изобретено и не применялось в тренажерах. О чем я говорю? Все вы знаете, что работая на серьезных весах, в нижней точке, если вес серьезен, то в верхней точке он становится все легче и легче. Для этого мы используем цепи, которые планомерно повышают нагрузку по мере того, как вы поднимаетесь. И как бы мышца испытывает нормальную нагрузку, нормальную работу на протяжении всей амплитуды. Так вот, ребята из фирмы Prime придумали такую фишку, что за счет изменения рычагов, на которые навешиваются блины, конкретно изменяется нагрузка. И сделали они три разных вида нагрузки. Видите, сейчас блины находятся в обычном положении, как для обычных тренажеров, как на обычных хаммерах и подобных хаммерам оборудований. То есть внизу я испытываю серьезную нагрузку, но по мере того, как поднимаю руки вверх, отжимаю вес от себя, нагрузка становится легче. Вот сейчас блины перемещаются в верхнюю точку. Это неинтересно, я не понимаю, для чего это нужно, но может кому-то это нужно. Сейчас ситуация еще более облегчается. Внизу мне тяжело, но по мере того, как я отжимаю вес от себя, мне становится еще более легче, чем в обычных тренажерах. Это не нужно мне, честно говоря, я пока не понимаю, для кого это нужно. Может, для людей при каких-то травмах. Но что происходит, когда перемещаем блины на нижние упоры? А вот тогда как раз-таки и наступает то, что нужно всем нам с вами тренирующимся людям. Нагрузка увеличивается. Чем больше вы отжимаете вес от себя, тем вам легче работать. И не нужно уже использовать вес цепей или резины, чтобы усилить эту работу. Понимаете, чем дальше от вас вес, тем тяжелее он ощущается мышцами. Мышцы испытывают колоссальную нагрузку. Я никогда еще так не проработал грудные. Очень мне понравилось. Чувствуешь с каждым миллиметром подъема, как увеличивается вес снаряда. Представьте, как если бы на штанге... Я сломал свое вот такое колесико, поэтому мне придется купить не такое подобное. Вот это усиленное колесо. Посмотрим, как оно будет. Вот так оно выглядит в разобранном виде.
300 паундов выдерживает, а это значит... 136 килограмм. Посмотрим. Это очень удобное колесо. Быстро разбирается. Относительно недорогое. Сейчас мы с вами попробуем его собрать. Открываем коробку. Достаем необходимые детальки. Само основное колесо. Также две ручки. Первая. А вторая ручка. Распаковываем их. Аккуратненько убираем мусор в коробку. Теперь будем пытаться его собрать. Убираем полиэтилен в сторону, чтобы не мешал. Вроде бы жесткая вся система. По крайней мере, пластмасс не поломается уже, как у меня в предыдущих дешевых роликах. Серединная втулка и сами ручки. Сами ручки имеют удобные такие шариковые крепления, которые защелкиваются. И также легко их отщелкнуть, отстегнуть и собрать с собой. К примеру, если вы часто путешествуете, любите заниматься по утрам, как и я, роликом. Видите, все очень просто. Защелкнули одну часть ручки и вторую часть с другой стороны также аккуратно пристегиваем. И вот наше колесо в сборе готово к работе. Отлично выдержит мой вес даже с запасом в 20 килограмм. По крайней мере, так написано на упаковке.